Встречайте, Владя, Владя, вторники и бедбетяне. Владимир Владимирович, кто-нибудь будет взять.
большое. Спасибо, господа. Можно поздравить. Вы знаете, то есть с такой песней каждый раз, когда приходится что-то говорить, это очень сложно и тяжело, потому что я лично, я знаю, что и турники тоже, мы переживаем очень сильно, и каждый раз, поднимаясь на сцену с этой песней, мы ее переживаем, проносим через себя, поэтому я хочу поблагодарить Господа Бога за то, что дал мне возможность петь эту песню и быть здесь, в проекте «Голос». Спасибо. Спасибо. Всем вам спасибо Первому каналу, спасибо этому замечательному шоу «Голос» за такой шанс очень ответственно выступать в Кремле. Такая песня, правда, вот, Влади нашел отца, я уверен, мой отец сверху на меня смотрит. И хотел бы вас всех попросить поаплодировать моей маме, которая сидит в зале.